Бурьянов начинал как 13-й форвард, но получал тоже игровое время, даже забил. А вот здесь... Ух ты, это гол! Никита Сетников! Какая классная шайба! По воздуху вперед отправляет ее нижнекамцы. И Сетников, ну так, с полулета, да, она отскочила ото льда. И потом уже Сетников нанес бросок, и шайба оказалась в воротах «Динамо». 1-1. По воздуху, и Сетников с лету попадает по ней.